Всем привет, народ! В общем, вот такая беда приключилась по вине водителя. Сразу скажу, что начнете кидаться тухлыми помидорами, что это ты виноват, да! Но! В машине установлен самоблок, спортивная пара, увеличенный клиренс. И она не смогла проехать по снегу, где я до этого много лет здесь уже езжу, я знаю эту дорогу хорошо. Я проезжал на старых там девятках, семерках, каждую зиму мы тут ездим кататься. Веста заряженная, подготовленная, проехать не смогла. Она, в принципе, проехала много, большая дистанция. Но до точки назначения так она не доехала. Вывесилась на пузе, на снегу. Копал, толкал. Выехать не смогла. Ну ничего, есть внедорожники. Сейчас зацепим. Вытащим. И больше я на Весте не поеду ни на какой оффроуд. Как бы она ни была подготовлена, машина абсолютно для трассы и для легкой-легкой грунтовочки. Ну, как-то так. На этом, наверное, все. Весь посыл. Всем хорошего вечера, всем пока.